Здоровый образ жизни может рассматриваться как профилактика? Или нужно пропивать какие-то лекарственные препараты или проходить курсовое лечение у доктора? Надо сказать, что если сравнивать здоровый образ жизни с лекарствами, то эффективность здорового образа жизни выше как минимум в 5 раз. Конечно, есть ситуации, когда без лекарственных препаратов не обойтись, даже еще, так скажем, на ранних стадиях здесь должен проконсультировать врач. Но здоровый образ жизни, особенно отсутствие курения, это такой мощный вклад в целом в формирование здоровья, который, повторюсь, перевешивает все остальные.